Родная, я верю, что слышу очень серьезное слово. Созерцать красоту. Это не просто романтическое настроение в перерывах между служением Богу. Это единственное, что проведет нас. Это единственное, что не даст нам пропустить Его посещение. Чтобы не пропустить Его посещение. Чтобы не пропустить Твое посещение. Я буду созерцать Твою красоту. О, Господь, чтобы не пропустить Твое посещение. Мы будем созерцать Твою красоту. Чтобы не пропустить Твое посещение, мы будем созерцать Твою красоту. Любимая, мы можем сказать: Господи, ну как же Тебя-то можно не узнать? Господи, что же это за люди такие будут, которые не узнают Тебя? Чтобы не пропустить Твое. Давайте продолжать молиться в духе.